Так, вернулся. ВЗ говорит на план. План? Господи. А что у нас есть? Вертолет. Техника. БТР-70. АЗУ. М113. БРДМ. Два Лендровера. Два Прага. Короче, пехотинцы у нас есть, Паш. На 9 человек. На самом деле нам лучше идти пешком, потому что техника это шум. И стягивание всех этих дурачков на нас. Так, технику можно с другой стороны послать, чтобы отвлечь. Можно было на вертолете подлететь до куда-нибудь, а потом сброситься. Так ну, там да, ехать 3 минуты, слушай. Да. Там по прямой шоссе. Ну вот можно на БТР съездить на чем-нибудь. О, Land Rover. Ну, я могу как отвлекающий маневр взять вертолет, полетать, покружить. За вертолет. ЮАшка обычная, без всего. ЮАшка обычная. Смена там была. Если бы скрипт был бы этот, пострелять с этого... Вот, опять... зеленый, это вот заход на эту точку я нарисовал. Самое удачное. Мы сразу на две будем идти или по одной? Потому что когда мы шли, помню, на две мы слились. Все. Да, ну на одну сейчас сначала пойдем. Откуда, как заходим? Я помню, что они прошли раз сидели на высотку. Нет, мы нарисовал только зеленую стрелочку. Как на эту зеленую стрелочку двигаться? По прямой, что ли? То есть где высаживаемся? То есть, ну... У нас подальше, думаю, заехать. Угу, так понятно. Их же можно еще зориентировать, например, на вертолете высадиться куда-нибудь слева тут. Да не, это бред. Или просто зориентировать там, типа сесть, взлететь, улететь. Мы можем туда на вертолете прилететь, хотя мы все не влезем, 9 человек в... У нас человек. В общем, суть в чем? Мы едем туда на технике, а у нас там 113, там медицинская, ясно. БРДМ, значит, кто-нибудь возьмет. И они будут с дороги. Параллельной зеленой линии, вот эта нам дорога идет на красную точку. Будут дома все обстреливать. Понятно? А в красных кругах есть да этот там газ или что-то прочее? Нет, ничего нет там. Противник же типа минатор. КВшка стандартная? Да, стандартная. А это третья или четвертая миссия? Четвертая. В общем, все вот так. Все понятно. Мы типа готовы. Можно вертолет взять? Ну, если у тебя стрелок будет, борт-стрелок, можешь взять, чтобы он пострелял. Это та самая база, где тогда в тот раз мы с Фолманом и тем с Нуклиром. И миссия. Где мы что? Встречали вот отсюда людей, сейчас метку да. Ну, и она переделана миссия уже. Там вот тут, короче, уже, на посту танк был. Да-да-да, наверное. Понятно. Ну, сейчас они выходить не могут. Там боты, что ли, были? Куда они выходить не могут? А, за зону из, оранжевой, из оранжевой зоны. А, оранжевой, ну. Ну чё, готовы? Ну, а что, на чем едем? На легком что-нибудь, да? Или на вертушке? Как мы все-таки двигаемся? На земке. Угу. Ну чё, ландак там быстро доедем. Ну, если БРДМ никто не захочет брать, ну и хрен с ним, не берите. У нас БТР. Нет, я просто подумал, что если мы все поедем на нескольких машинах по одному маршруту, нас вычислят быстро. А если хотя бы вертолет просто отвлечь от них внимание, там где-нибудь слева, внизу высадиться, просто сесть в вертолет, завести заново, улететь. А, Иванчик, хочешь полетать? Да. Летай. Паш, какая оборона? Только, пожалуйста, не присаживайся, на где мы будем высаживаться. Ну, не мы, я вопрос задал о обороне. Нет, просто так сначала написал, оборону готова, только после обороны. Не нажалась кнопка вопроса. Это... Зачем вам человек нужен, который не умеет перевязываться? Своих может убить случайно. Палево. ПЗ. Чего? Ничего, что написал я, ну ладно. Сейчас...
Лонит не придет, не будет бомбить. Придет. О, РПГ 7 вообще живем. Они дохренали вас? Ай! Я уже выкидываю. А, ты. Это репит был, что ли? Да. Случайно так сидел. Тариан. Вертушка же с этими, с пулеметами. Сейчас. Лечим. Ого. Давайте я пилоту. Да. Я даже выстрела не слышал. Так, что там? Морфин? А, у меня нет морфина. Да, я тоже пойду схожу. Да, я там медички. Второй иди в глаз дам. Что делать? Да, репит, нас в стол забери. С кем? С талибами. Они же талибы, да? Ну ты как талиб тоже. Мы армия Таджикистана. Репит, на земле ствол. Ну талибы. Чё за ствол? Твой. Но твой. Ты, господи, оставь себе. У тебя в руках мой. Ты менялся же? Оставь. Я подошел, засунул ствол в тело, выстрелил. Тело начало говорить. Да забери, тебе нужен фанфал, забирай фанфал. Да ладно. Это не фанфал, не, это как гроза у тебя. А, нет, я имею в виду, мне не принципиально. Ладно. Ой, что? Когда взрывчатку еще возьми, наверное, это пригодится. Хорошо, а у меня есть СВУ. А, есть? Да, у меня в рюкзаке. И не только. Где взрывчатку брать? В ящике у меня с русским компонентом. Грузимся в машину, короче. Вон так, наверное. Гореть так гореть. А чё за прикол такой? Это яркость и гамма для слабаков стоит. Когда все время стояло так, прибит. Это же много месяцев назад. Да? Если много. Ну чё, все сели? Да, куда садится? Первая машина выдвигается. Свободную машину следует. GPS есть у тебя? Еще есть GPS? Да? Был. Кого ставили? Команду на базе оставили. Машины. Да у них машины. У них машины дофига дают, надо. И что? Бардак есть. Прага есть. М113 медицинская. Бардак можно жить с помощью. Зачем его сжигать? Вражеский. А, вражеский, да. У них что-то есть еще из техники? Нет. У них, они хамвики. У врага хамвики. Да, РПГ было столько, что я могу стрелять просто не останавливаясь. Вертолет на связи? Да, ну и далеко. А, то есть... Куда долетели, да? Человек. Вы можете проверить высотки, где мы высаживаемся, проезжаем? Прием. Да. Забыл переключить канал. Передачу. Ну, наверное, я на стриме. Че? Да не, ничего.
едет машина вторая? Да-да-да, за нами едет. Метров 100. Сколько наш поворот? Да. Сейчас наш не будет. Следующий. Сейчас. Оборону кикнуть. Помню, такое было, когда все атаку кикнули. Я остался только оборона. Mm-hmm. Очень много есть. Так, вертолет вообще жив? Ну, взрыва не было. Вертолет прям. Судя по всему, их нет. Так, ну все, никого не ждем, идем. Всё. Воздух, воздух, на связь. 280. Кстати, стоп, давайте сделаем сдвиг. Напиши. Пишу. На севере написал. Слышу. Да едут кто-то за нас. Прага едет. Что-то громко. Свои. А, вижу на доме. Кто-то на доме лег на высотке. На 270. На высотке кто есть. За, мы против кого воюем? Против русских или против? Я голову увидел. Да, 270 немцы. На высотке лежит. Ну, оптика да, высоко у меня ведь. Спалили. На нас смотрят, да? Бинокль есть. Может, СПГ? Нет. Там их даже два, там их даже два. Стреляют, стреляют. Мы сейчас в другой высотке. Я по ним стреляю. Да, бесполезно, это надо вверх бить. Я попробую. И все сюда смотрят. Да, подойдите, подойдите. Давайте быстро пробежим. Пока. Пока не будет. Помни, как лупят, да. Тут, по-моему, сейчас слился. РПГшник? Да. Это нет. ГПшки в нас летят, это они стреляют. Не-не-не, я пока, по-моему, зарядил сам свой забор. Перебегаем на другую сторону. Не, я тоже живой. Сейчас прилетит одна. Пошла. Мимо. Да, уже выше. У тебя еще есть? Да. Постреляю. Какого хрена
Нормально. Одна прилетела. На доме. Так, там еще рядом. 290. Потом где уже? Близко уже, к высоткам. Машина на 290 от нас. Да вы вперед подвинулись или нет? Да. Пробегайте, пока я попею. Да, кстати. ГПшка. Кто ГПшит? Враг. Перебегаем. Где находится? Не скажу. Вижу. Поехал на отвлечение. Кого убивает? Паша, тебя? Я потеряю связи. Нет. Там около вас. Кто на машине катается? Я катаюсь. Опять армашин, пишусь, меня сейчас выкинет. На отвлечение. По машине не работает, я... Мимо проехала машина какая-то. Я проехал. Вот и нет машины. Сейчас метку дам, Дина. Кто вышел? Поставил метку на себя. Ну, точнее, метку. Дальше идем. Продолжаю движение на машине. Хаммеры? Да. Стоим. Нет, он прямо против него. Land Rover, ты к Хаммеру приехал, по-моему. На Хаммере свои нет. На Хаммере нет. Я езжу на Land Rover по городу. Чем быстрее вы с домами сблизитесь, тем быстрее первым перестанут стрелять. Неизвестно. Так, давай военный обойдем с другой стороны. И студент. Через электростанцию. Не вовремя ты сказал, мы бежим. ПЗ. Не могу, около электростанции, около высоток. Меняем позицию. Да. Перебегаю, я прикрываю. Вперед, ваш. Стой. Олег, кто работает? Наш? Нет. Ранен. Могу подбежать и ударить по нему. Маша? Я налево дал. Я даже не вижу вертушку Романа. А, вон она, или нет? Добро. Студента добил, да? Да. Запомните, никогда не улетайте с аудиторией. На больших картах. На больших картах, блядь. Мы короче, на юге зависли. Влево я повернул, когда сказал прочекать здание. Мы такие, окей, хорошо, влево поворачиваем.
просто как. Надо было сразу этот менять дальность, качество объектов. Надо было сразу тогда бомбардировать это здание. Фига себе везучий кибрики какой. Это же Айрат, хачатряд, все дела. Угу. А вот я не везучий. Даже никого не увидел, если бы. А. Но зато на машине покатался. Ты хоть на своем мене не подорвался. Это да, классика жанра. Эта растяжка вообще странно работает. Ну надо ставить и убегать. Вообще ранее кого. То есть как только поставил, сразу вообще просто от него. Там же 3 секунды вроде бы у меня. Да, да, да. Ну я говорю сразу. Да, убегай сразу. Я же хотел 2 поставить. Ну вот так. Понятно. Блин, думал выживу. Тупо одиночная, почему одиночная стояла, а не автоматическая, блин. Ловки, блядь. Бомбит. А ты что за вещь работает? Одиночная, говорит, стоял. Проверять надо. Ну блять, я ж проверил, но там чисто, видимо, оружие. Спитер. А это кого я убил? Это ты убил, не убил Чики-Брики. А, я убил его? Ты убил меня. А как я тебя убил? Да откуда там вообще появился? Ну я в тылах там действовал. Сейчас Питер мучится. А как я его убил? Я ему в ногу попал. Я тебе в голову попал, прям точно. Я тебе в ногу. Смотря с чего, кстати. МГТ-6. От в тебя с чего? С грозы. С грозы, с глушителем. Ну в упор почти. Так, пофиг как-то. Непонятно тогда. Если бы это вау. Питер, вышел, убей ты вот этого, кто там, блядь. Что он это делает? Я тебя одним патроном убил, Чики-Бейки. Я тебя тоже одним патроном убил, так что это... Окей. Взаимно. Мы упали где-то за квадратом, это нормально все. Спитер один остался, что ли? Да. Ох. А то мы там сдвиг делали. Ну там военный еще, кто там? Нет. Военный же вылетел. Вылетел. Вон он бегает. Или что это? Можно рубить, Спитер же не боец, конечно. Посмотри назад. Брока убил. Спитер! Наконец-то, он его увидел. А, чик-чик! Еще, давай, гаси его. Серьезно? Да. Стенку, да, Спитер. Да. Да, что это было? В два раза кто-то заправку. Это заправка. По-моему, это Спитер промазал и попал в заправку. Отскочило. Спитер такой, что за херня? Он промазал и попал в заправку, она взорвалась. А чё, он не видит? Он на юге, башка торчит. Мёртвый там. А, мёртвый там. А ещё одна будет? Да, наверное, сыграемся. А какой? Ну всё, смысла нет. Лучшая миска просто. Да не говорите, умереть за 7 минут. А что хотели? Быстрый гейминг. А почему я никого не убил? Иванчик твоих? Иванчик. Да я слышу. Ты твоих убил? Тебя и тебя. Лол. Ты еще их плюс засчитай, Иванчик. Это...